Пережив революцию и войну, после объединившись хранитель этапа, Альянс приглашает ряды игроков с командами выше 3700 по силе, из которых 7-10 героев, 4-5 звезд, а также минимум 4 хила. Наличие одного минимум усилителя атаки для титанов, взрослым, с чувством юмора и желанием получать кайф от игры, нужно сюда. Титаны 9-10 звезд, все остальное по стандарту. Координация происходит через Дискорд, всему обучат и научат. Всем привет, дорогие друзья! Начинается новая Атлантида, 19 декабря, в которой представлены Кагебурада, Анатель, Наталья и Атмос. Наталья у меня уже есть фуловая, я ей особо уже не пользуюсь, а вот Атмос не хочу. Серьезно, не хочу. У меня цели, то есть две здесь, по идее, как обычно я люблю говорить, но я думаю, что они нам не упадут, это Анатель и Кагебурада. Я предлагаю сейчас открыть сначала за монетки и посмотреть, что нам упадет. Сколько призывов будет, я не знаю, ребят. Но Уилбер сразу же с первой. Серьезно, ну дайте кому-нибудь, кому нужен Уилбер. Серьезно, зачем мне снова его давать? Он у меня уже 30-й, 40-й, 50-й. Я уже просто счет потерял, серьезно. Давайте десяточку потянем пока что. И посмотрим, может быть, что-нибудь упадет. Вообще, по идее, я не планировал ее тянуть, думал, что будут костюмы, но костюмы у нас отменили ввиду хрен знает чего, что они там пытаются заменить, не знаю, и вот в итоге мы имеем с вами Атлантиду. И она, скорее всего, будет иметь нас, как это обычно и бывает. Ну, пока что, сплошные троечки, и все это очень и очень неинтересно. Гадейрос, я не удивлюсь, если нам Гримбл упадет бонусным раундом, то есть вот вообще не удивлюсь, у меня фиолетовых просто целая куча. Не, даже не упал Гримбл, серьезно. Ну, странно. Ладно, давайте пока еще покрутим за монеточки. Я не знаю, ребят, сколько все равно будет призывов. Может быть 20, может быть 30, в принципе. Было бы неплохо выловить и Каги, и Анатель. Особенно Анатель, потому что я ее очень хочу. Но я что-то не думаю, что нам прям так подфартит с этим. Как вы видите, пока что сплошные тройки. Ну, конечно, были и четверки, я не отрицаю этого. Но, тем не менее, давайте еще одну десяточку откроем. Посмотрим. Ну, дайте хоть какой-нибудь знак, серьезно. Хоть какой-нибудь знак, что я могу тащить и не потратить зря бабки. Бабки. Колин, великолепно. Это все? То есть без пятерок, да? Я, конечно, понимаю, что, наверное, хочу очень многого. Я просто хочу Анатель. Серьезно. То есть даже больше, чем Кагебурада. Я Анатель грежу еще с момента, когда она вышла. В январе, между прочим, этого года. Давайте сделаем еще один X. И последнюю, наверное, десяточку покрутим, потому что что-то мне кажется, что нам сегодня больше ничего абсолютно не упадет. Ну, типа элитный корм, и это уже хорошо. Хотя спускать на элитный корм 10 кокрисов, ну такое себе удовольствие на самом деле. Последний призыв X10, я серьезно, я вполне спокойно сейчас к этому отношусь. То есть я сейчас не гонюсь за чем-то, просто попытаюсь вытащить. Не получится, ну как бы, ну и ладно. Не, ну типа, конечно, обидно, если не получится. А, судя по всему, не получится, и даже Гримбла нам не дадут, прикиньте. Даже Гримбла, самого худшего гэма этого года. Да. Да, даже Гримбла не дали. Короче, не, я не вижу больше смысла сливать. Давайте я открою сейчас 4 сундучка, в надежде получить ресурс 4 звезды. Как обычно, мне поводили одним местом по одному месту. Здесь сделали то же самое. Сделали то же самое еще раз. И последний раз, думаю, сделают то же самое абсолютно. То есть они себе не изменяют. Все очень круто и классно. Короче, ребят, я не знаю, пишите ваши призывы на этой Атлантиде. Я лично не горю желанием прям тащить дальше. Может быть, крутану еще вечерком десяточку, но это уже будет не на запись. Вот, в целом, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, если видео понравилось. Ставьте пальцы вверх. Что еще? Колокольчик прожимайте. Да, чтобы видос не пропускать. Ну и увидимся всем скоро. Дальше интереснее. Всем пока.